Тертица Семен Данилович родился в 1913 году. Ребенком вместе с родителями-переселенцами на подводах переехали с Украины, осваивая Дальний Восток. С раннего детства он увлекся охотой. Отец, видя увлечение сына, вырезал к ружью маленький детский приклад. Так с малолетства познавал тайгу, лес, умение складывать зверя. На фронт был призван 10 июля 1941 года минометчиком. Вот здесь и пригодилась дальневосточная закалка. Воевал честно, бесстрашно продвигаясь вперед с минометным расчетом. Иногда, правда, попадались молодые необстрелянные командиры, которые тактику боя знали только из учебников, что и приводило к напрасным потерям среди друзей Семена Даниловича. Когда после ранения в руку был демобилизован 19 января 44 года домой, охотничий опыт опять пригодился. Надо было кормить родных и близких в период повального голода. Отсутствие пальцев особо не беспокоило. Научился ловко скручивать самокрутку, работать столярными инструментами, плести корзины и верши для ловли рыбы. А вот сырые военные окопы оставили на всю оставшуюся жизнь больные почки.